Зайцев – это наш Ив Сен-Лоран. Вот когда Ив Сен-Лоран 75-76 год делал свои коллекции, а Зайцев в то время делал даже, мне кажется, круче. Мне очень жаль. Ну, я так поняла, на самом деле, если я ошибаюсь, я буду счастлива, что мало что сохранено от того, что делал Зайцев в своей молодости. Все, что было сделано в его молодости десятками лет, это бы сейчас так встряхнуло Россию, и это было бы такой Made in Russian, нереальным. Мы не могли потерять это. Это история Made in Russia. И я просто, пользуясь случаем, умоляю, кто причастен, кто может, восстановите все, что делал этот гениальный человек.